Современному человеку необходимо выглядеть привлекательно, быть уверенным в себе в любом возрасте. Ведь о человеке главным образом судят по его внешнему облику. В нашей студии ведущий врач-косметолог Влада Хлеборобова. И мы будем говорить о том, как помочь нашим зрителям ухаживать за своей кожей. Какие современные технологии смогут придать коже молодость и свежесть. Доброе утро, Влада Борисовна. Доброе утро, Мария. Расскажите, пожалуйста, вот возможно ли обновление кожи без инъекционного вмешательства? Да, на сегодняшний день существуют такие методы, которые позволяют достичь хорошего цвета кожи, хорошего тургора кожи без уколов. И одним из таких методов является использование препаратов G-Derm, биокожа. Биокожа, что такое биокожа? Биокожа – это новый препарат на основе гиалуроновой кислоты. Ну, про гиалуроновую кислоту все уже знают. Все знают, что это препарат, который улучшает увлажненность кожи, который придает ей тургор. В данной методике соединены не только гиалуроновая кислота, но и пептиды и ионы серебра, что позволяет восстанавливать кожу максимально эффективно. А вот что ваши пациенты говорят после применения как раз-таки этой биокожи, этого препарата? Какие впечатления? Они делятся эмоциями, впечатлениями? Кожа приобретает сияющий вид, разглаживаются мелкие морщинки, улучшается цвет лица. Если есть воспалительные элементы, они очень быстро регрессируют. Биокожа используется у нас в стране уже несколько лет. И начало использования приходится на очень печальный период, печально известный случай в хромой лошади, когда было очень много ожоговых больных. И одним из препаратов, который использовался для лечения этих людей, была биокожа G-Derm. Ну, я вот специально узнавала, на втором этапе помощи МЧС у специалистов были разные раневые покрытия, и в том числе биокожа. По истечении времени биокожа показала максимально эффективные результаты, то есть заживление было максимально хорошим с использованием этого препарата. И сегодня при использовании биокожи мы видим очень хорошие результаты, но уже в эстетической практике. То есть... А этот препарат биокожи, его вообще можно дома использовать самостоятельно? Есть целая линейка G-Derm Professional. И вот эти препараты, они возможно использовать для ухода за кожей дома. А вот мы можем посмотреть какие-то результаты применения этой биокожи, хотя бы на фото? Мы можем предоставить фотографии наших поставщиков. Понятно. А есть противопоказания какие-нибудь? Ну, индивидуальная непереносимость каких-то ингредиентов, либо гиалуроновой кислоты, либо пептиды, входящие в состав. А вот как определить, допустим, есть ли переносимость или отсутствует вот этой самой гиалуроновой кислоты или пептидов? То есть сначала какой-то тест проводится или что? Возможно проведение тестовых процедур, но, как правило, даже очень чувствительная кожа очень хорошо воспринимает этот продукт и восстанавливает. Это восстанавливающая процедура. А вот со скольки лет можно этим пользоваться, чтобы, ну, в целях омоложения? Ну, у нас регенераторные процессы протекают ежесекундно даже у самых юных пациентов. Поэтому, как только замечаете первые признаки старения, первые морщинки, тусклый цвет кожи, это может быть и 18, и в 20 лет, то уже возможно использование этого препарата. А вот кто в основном им пользуется? Все-таки, наверное, женщины или мужчины тоже? Мужчины с удовольствием приходят на эту процедуру. Ну, впрочем, как и некоторая часть женщин, которые, например, не хотят колоться, не могут колоться, патологическая боязнь иглы. Так что одинаково, с одинаковым удовольствием приходят на процедуру и мужчины, и женщины. Влада Борисовна, спасибо вам большое. Дорогие телезрители, а я напомню, что у нас в гостях была ведущая врач-косметолог компании «Жетернель» Влада Хлеборобова. И можно несколько слов нашим телезрителям?
Я желаю нашим телезрителям и нашим пациентам крепкого здоровья, красивого цвета лица и доброго дня. А мы вернемся в студию через пару минут. Хотите быстро вернуть себе молодость? Приходите на уход биокожей в Центр косметологии «Жетернель».